Размикрофоновка. Друзья, распаковка микрофона. Что смешного? Ничего смешного. Давно мечтал, друзья, о таком микрофоне, потому что каждый человек, который занимается так или иначе выпуском продукта под названием блог, влог, любое видео, знает о том, что звук – это очень важно, друзья. Ко мне приезжали ребятишки-блогеры, и у них был такой микрофончик. Стоит он, конечно, недешево. 23-й год у нас с вами, почти 24-й. И взял я его за 39 500 рублей. В чем плюсы работы с микрофоном? Допустим, многие из вас наверняка видели мои ролики в автосервисе. Так вот, когда там ребятишки начинают работать, шуметь гайковертами, не совсем качественно получается звук через телефон. А когда у тебя микрофончик, причем он прикольный, его можно спрятать. Так, сейчас как тут? Где тут у нас? Как ты открываешься? Что, смотреть в интернете, как распаковывается микрофон? Для особо одаренных, вот здесь вот, друзья, если вдруг вы купите такую штуку, здесь вот написано open. Так, дальше. Чехольчик. Чехольчик со всякими вкусняшками. Мы потом посмотрим. О боже, ну вы только посмотрите. Здесь наверняка он тоже вот так вот скрывается, да? Ой. Это что-то, друзья. Та-та-та-дам! Аллилуйя! Смотрите, как он раз. И он сразу тебя поприветствовал. Даже заряд батареи есть. Почему именно эта фирма и почему они? Ну, потому что я оценил качество звука. Неважно, где бы ты находился, на каком расстоянии, с каким тембром бы ты ни кричал. Звук просто офигенский. У них есть еще такие фишки. Вот здесь вот магнитик. Вот так вот. Ух ты, нифига себе, классный магнит. Его можно цеплять как вот таким вот образом. Но самый прикол в том, что я его обычно прячу. Да, чтобы его не было просто видно. И у тебя получается маленький квадратик. Все. И таким вот образом просто в телефон. Тик! И все, друзья. И у вас есть звук, вы можете писать, я не знаю, правда, на каком расстоянии, но можно все это дело писать. Все горит, все светится. Вот так. Давайте посмотрим, что у нас там есть в чехле. А в чехле у нас всякие переходнички для видеокамеры, я так понимаю, потому что можно еще и использовать в других устройствах, не только в телефонах. Но я взял для телефона. Барашек для... Я, кстати, у нас ветер на улице, поэтому я сегодня попробую, как работает вот эта штука на ветру. То есть она сглаживает помехи от... Инструкция, друзья, инструкция. Как всегда, я больше чем уверен, что когда я открываю, сейчас открою инструкцию, я больше чем уверен, что здесь будет написана моя любимая фраза. Итак, на первой странице. Ну что, сломал? В общем, друзья, будем разбираться. Всем спасибо. Это был не обзор. Из меня обзорщик никакой. Но
Я давно о нем мечтал, друзья. Я так мечтал давно об этом микрофоне.